Всем привет, друзья! Сегодня я снова приготовил салат. Как всегда, я его приготовил в первый раз. Как видите, он у меня получился. Получился он красивый, вкусный. Готовится легко и просто справится любой. Ну что, приступаем к готовке. Возьмем половинку сладкого перца. Нарезаем сначала вот на такие полосочки, а далее измельчаем его небольшим кубиком. В принципе, если кто любит болгарский сладкий перец, можно взять и целый большой перчик. Далее зелень, у меня петрушка, измельчаем ее. Любителям кинзы или укропа можно заменить на кинзу и укроп. Это не проблема. И тоже будет вкусно. Мясо с бедра курицы отварили и нарезаем произвольно. Это у нас горячий, вкусно. Вкусно. Я его просто вот так вот порубил ножом. Мясо в чашке, туда же подъехала фасоль. Консервированное, далее подкатил перчик, отправляем его туда же. Зелень, конечно же. Теперь делаем заправку. Ароматное подсолнечное масло, добавляем туда немного соевого соуса и перец молотый. Хорошенько все перемешиваем, можно добавить было горчички, но я не стал. Вот так вот, чтобы не забрызгало, перемешиваем. Теперь заливаем наш салат, хорошенько перемешиваем. Все, салат готов, отправляем в холодильник. Друзья, если вам понравился рецепт, поставьте палец вверх, не понравился — вниз. Подписывайтесь на нас, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Переходите на Яндекс.Дзен и на Рутюб, поддержите нас и там. Ждем вас снова в гости. Всем приятного аппетита. Пока-пока.